Две золотые медали привезли камчатские кикбоксеры с первенства России. Победителями соревнований стали воспитанницы детско-юношеской спортивной школы номер 3 Милана Крыжановская и Ева Горн. Было 9 человек в весовой категории. Соперники были сильные, и я рассчитывала на победу, и я получила победу. Турнир прошел в Республике Дагестан в спортивном комплексе имени Али Алиева. В нем приняли участие почти 2500 спортсменов из 75 регионов страны. Это самое главное соревнование по кикбоксингу в нашей стране. Вот, естественно, отбирались первые лучшие номера с каждого региона, поэтому конкуренция была очень серьезная. Ева провела 3 боя, одержала победу во всех 3 боях, стала первой. Ну и другие ребята тоже, они провели, вышли, многие стали бронзовыми, серебряными призерами. Вот, как бы было нелегко, скажем так. Сборную Камчатского края представляли 38 кикбоксеров. Спортсмены также завоевали 7 бронзовых и 4 серебряных медали. Ребята, которые не вошли в число призеров, получили большой опыт на этих соревнованиях. Я встал сильным соперником с Крыма, но мог бы одолеть технически. Но что-то не получилось. Я буду тренироваться на тренировках, чтобы в следующий раз победить. Коллектив «Масс-Медиа Камчатка» поздравляет сборную краю по кикбоксингу с успешным выездом на всероссийские соревнования. Желаем еще больше золотых медалей, продуктивных тренировок и крепкого здоровья.